Разработка арктических нефтегазовых месторождений открывает возможности для создания новых СПГ-проектов и экспорта трубопроводного газа. Об этом заявил вице-президент компании «Башнефть» по добыче нефти и газа Олег Михайлов в рамках Мирового нефтяного конгресса. Напомню, он проходит в Москве. Возможности по экспорту сжиженного газа и экспортные трубопроводы находятся в поле зрения участников рынка, сказал Михайлов. «Башнефть» получила лицензию на месторождение имени Трепса и Титова весной 2011 года, а позднее совместно с «Лукойлом» создала СП «Башнефть Полюс» для их разработки. Эти месторождения являются одним из наиболее перспективных не только в Тимано-Печорской провинции, но и во всей России. По словам Михайлова, «Башнефть» планирует использовать попутный газ месторождения для увеличения нефтеотдачи, используя технологию водогазового воздействия.